замечательный фильм, посмотри сам воин. И это все открыто показано. Открыто показано, что мы живем в условиях военной диктатуры, открыто показано, кто и как нами руководит. Это предел цинизма, который вот прекрасно отображен в этом фильме. И вот эта вот роль лидера, которую они высмеивают, типа это так, клоун такой, просто для футболок. Сказки про то, что спрос определяет предложение, наоборот. Создается предложение, создается популярность, и затем впихивается, впаривается, втюхивается продукт. Программа взаимодействует с другой программой. Трансгуманизм сплошнейший. Все на электронике, через искусственный интеллект. Помню, что все только начинается, и врага нужно передумать. Добра.